Грувей. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с моими друзьями Серега, Макс, Леха будем готовить для вас замечательное блюдо. А какое, решим вот через пару минут. Я знаю, что Макс у нас профи, да, в готовке? Ты запланированный? Да. Я учился на повара. Повар. Только я ничему не научился, поэтому сегодня я буду учиться готовить в игре. Ты будешь нашим тренером, шеф-повар. Кстати, Серега вообще со мной тоже в шараге учился. У нас профильная игра. А ты, Лех, какая у тебя экспириенс в готовке? Я автомеханик. Готовить я, кстати, умею. Ты хорошо готовишь? Ну, вот. Нормально. Мясо. Всех нас я не готовлю только. Давайте определимся со вкусом. Что мы будем делать? Суши? Так, шарики от шефа, так странно. Шарики от шефа, да. Да, это что-то... Что? Расскажи, что это за термин, определение шарики. Соленые шоколадные шарики, яйца шефа. Я прочитал не прииски, а пиписки. Пряные пиписки. И соленые шарики. Кулинарные кудесники. Давай кудесники. Все. Да, все за кулинарных кудесников. Да, я голосую за кулинарных кудесников. А что еще есть? Все, да все уже что-то. Мы впервые сейчас заходим в эту игру. Я красный, так. Я какой? Я фиолетовый. Надо, а что надо готовить? Надо бургер. Бургер надо готовить. Берем мясо. Что за портал? Так, я понес жарить. Что делать? Куда его нести? Что сделать? Вот сюда, давай. Нет, нужна тарелка. Куда я делся? Ты в телепорт зашел. Что делать? Пожалуйста, я с этим сыром хожу. Стоп, погодите, стоп. Я не могу ничего понять. Все. Ой, я выбросил мясо. Господи, перевод продуктов. Мою посуду. Я бегаю с капустой. Пожалуйста, что делать? Вот что надо. Жарить мясо. Видите, все нарисовано. Окей. Положил. А вон сковородка внизу. Да, иди вот так вот. Понял, через порталы надо ходить. Ой, я взял. Ой, надо взять. Я понял. Смотри, я взял сковороду. Да, я так. Я знаю. Поставь сковороду сюда. На место. Смотри, вот. Стейк. Опа. Как положить? Нет, надо неправильно. На конфорку, принесите конфорку. Готовлю. Хорош. Принесите сковородку, пожалуйста. Все, я несу. Ставьте. Все, я ставлю стейк. Мне кажется, в Макдональдсе что-то типа такого происходит. А, во-во-во, на икс резал. Все, котлета готова. Так. О, зашибись, клади. Хорош! О! Булку, жарю, тащите жарю, булку, у меня готовое мясо. Я положу, сюда положу. Это за булкой. Булка получена. Я жарю, пацаны, я уже жарю. Нужны булки. Булки несу. Булку надо класть на тарелку. Повар, в центральную кухню, пожалуйста, за тарелочкой. Вот. Тащите сыр, пацаны. Я тащу тарелку, пацаны. Ставлю на стол. Есть, поставил. Так, слушайте, булочку кладем. Так, теперь берем мяско. Вот сюда, опа, есть, так, теперь нужно положить, нужно было салат, время вышло. У нас бы не получилось открыть свой ресторан, смотри, грустный лук. Грустная собака. И грустный пес. Мне кажется, просто не наша была еда, не наше блюдо. Да. Там было всего 4 ингредиента, ребят. Смотри, как и не наша еда. Так, давай смотрим, что надо готовить. А, надо суши. Значит, зеленую хрень. Вон она, вижу, бегу за ней. Все, кто взял. Это огурец какой-то. Потом рис нужен. А, вот рис. Так, а что надо нарезать? А рыбу? Я пойду за рыбой. Ничего, это же суши. Просто ни хрена не режь, просто клади. А, то что, мне ничего не достается. Рис готов! Быстрее! Я взял рис, так куда? Ты взял прям голыми руками горячую сковородку. Куда ставить? Как воду я налить? Так воду поставил с рисом. Все, я дожарил рис. У меня нарезанная рыба готова. Кладем. На зеленую штуку. И теперь вот это все вместе берем. Нет, а как их законнектить-то? Тащи сюда, вот где я, Серег. Тащи сюда, пожалуйста. Там просто. Вот, и клади рис сюда. Да, вот сюда. Нет, вот сюда. В этом, там, где рыба, и эта штука. Так. Нет, не хочется тут. А я закрою этот ресторан к чертовой матери. Туши, у нас пожар. Все погорело. Я все потушил. Красава! Пацаны, я нарезал зеленые штуки нарезал. Может быть, и теперь вот сюда, наверное. Подаю. Ты подаешь. На мясо? На рис? Ну да куда? Дай им просто риса, пусть жрут. Да не, положу эту штуку, я еще положу на эту штуку. Вот так вот. А как хочешь делать? А, на печку! Давайте обучайте, зачем печка? Ну, зачем на печь? Кипела, ну тогда, а как собирать кипит, суши, как крутить суши? Вон рис вижу. Да. Где комфорку ты видишь? Вот комфорки, вот раз и вот два. Блин, это какая-то дичь вообще. Почему мы такие никчемные? Уважаемые, я предлагаю хотя бы хоть чуть-чуть пройти... А есть обучение вообще? Хоть какой-нибудь маленький. Я не знаю, давайте попробуем. Просто как, что на друг друга класть. Давайте посмотрим, хоть кнопки. Болты друг на друга класть надо. Да. Дичь какая-то. Жесть. Тут нету туториала. Восхитительный Восток. Это слишком сложно. Мы в России живем. Галактика гурманов. А, ты хочешь инопланетные блюда готовить? Мы даже бургеры приготовить не смогли. А можно просто картошку с котлетами сделать и все? Шарики от шефа, мне кажется, просто звучит. Давай попробуем. Давай. Так, готово, поехали. А я ничего не делаю. А,
нужно сварить макароны. И мясо нарезать. Вот, так, давай. Вот я взял макароны, забрасываю макароны. Так, макароны готовятся. Я уже нарезал мясо. Макароны готовы, значит, я макароны выкидываю на сковородку, замечательно. Вот, я жарю мясо. Макароны на сковородке готовы, я сейчас буду еще макароны готовить. Смотрите, как скилл тут же появился. Да. Вот справа пожаренное мясо на тарелке. О, я сделал! Сделал! На выдачу! Давай! Дай пожрать! Так, теперь... Мы первый раз что-то сделали! Макс, ты взял мясо. Так, ой, я заманил... А, еще рыбу надо положить, да? Стоп, а я что вообще сделал? Все правильно. Ну, и мне это надо отнести? Нет, еще рано рыбу. А что еще? Рыбу давай. Разве рыбу туда еще? Вот, написано. Не-не, у меня со стейком... Вот, со стейком есть. Это разные блюда. Это все разные блюда. Вы понимаете, что это все разные блюда? Пацаны, не уносите мои макароны. А, извини, я думал, они жарятся. Жарите, аккуратнее. Я полетел. Ты что, сдох? Все? Принесите меня обратно. Вот, ты заспал. Приготовленные креветки внизу лежат, товарищи. Так, опа. Нужны макароны. Пацаны, у нас какой-то хаос происходит. Все, относи. Так, стейк горит. Ай, у меня макароны погорели, блин. Я несу блюдо. Так, ладно, опа, все, хорошо, иду жарить. Ставлю жарить. Я жарю время. Все, я примерно понял, что надо делать. Один жарит, второй варит, а двое носят, режут и уносят. А третий кушает. Ну да. Я бы сейчас неплохо бы отведал бы. Один должен резать и приносить. Вот что он делает. Да. Давайте вы режьте, а мы жарим. Да, мы будем жарить, варить. А, надо класть, вы забираете. Вы поняли, в чем прикол? Здравствуйте. Ну это вообще жесть. Давай, Макс, мясо. Клади. Оба. О, бросать можно. Я бросил. Макароны вам всем. Три порции. Четыре. А ты кинь просто их. А, вы нам должны обратно возвращать блюдо, вы понимаете? Выбросили, просто выбросили. Опа. Забирай. Так, все. Ребят, я не знаю, что тебе. Опа, есть! Три чаевых. У вас там просто, ребята, в Африке дети голодают, как говорится. Давайте, варите все. Пацаны, мы вам столько накидали, просто жесть. Кастрюли нет, что-то говорить. Вы задолбали кидать. Давайте, двое работают, двое других отдыхают. Я на них. Ой, ё-моё, ролл-дракон приехал. Мне кажется, тут нужна общая паника, потому что все должно готовиться. Хорошо, к панике. Хорошо, давайте, быстро! Она глючит, что происходит? Она просто сама, она самонажимание какое-то. Это Серёга жмёт, стоит. Я сломал кнопку. Горит! Не дёргай! Горит! Ребята, не дёргай! Где приключитель? Где приключитель? Вот он, я пошёл! А где? Серёга, Катя! Что сделать с горелым-то? Ой, выкидывай его нафиг! Да, давай. Просто. Дракон еще ко мне буллинг. Нажмите, ты булишь меня. Время вышло. Лук от нас уже устал. Случайный. Хороший шеф-повар может случайно. Так. Приготовить блюдо хорошее. Смотрим. Кидайте нам бродики, пацаны. Кидай. На икс кидай. Опа, да, картошку кладу, нарезал на икс. Кидай картошку. Так, беру куриную ножку. Ай, выбросил куриную ножку. Опа, есть. Вас выдачу, если что. У меня просто стоит. Давай. Так, опа, все. Расслабься, не знаю. Подгорай! Туши, там у вас такие пушины должны быть. Слева. Заказ готов. О, хорош, Серега, ты прям мистер фаермен. Кидайте нам картошку и курицу, кидайте. Так, картошечка готова. Так, отлично. Ребята, закидываем. Ой, я выкинул. Ой, просто в реку. Что это за ку... А, я тоже выбросил картошку, блин. Лукашенко нам этого не простит. Режем. Так, берем курочку, кидаем пацанам. Отлично. Боже мой. Я не уверен, что мы готовы то, что они хотят. Запрашиваю картошечку. Я ее и поставляю. 8 чаевых! Я выкидываю ножку! 349! Да что такое? Курицу нарежь! Кидайте курицу! Вот тебе курица! Положил. Еще курица. Я все сбросил! Еще курица! Курица готова! Блин! Почему у нас две картошки готовятся с двух сторон? Время вышло! А я собачка! Почему тарелка не мытая? Им надо тарелку мытую. Вот, забирай, мой. А еще и мыть надо. Иди мой, блин. Ребят, помойте, пожалуйста, тарелку. А кто теряет? Лёх, тарелку мой. Лёх, пожалуйста. Вот, тарелку готова. Помой. Поставил, готовый фритюр. Тарелку берите. Лёх, давай. Так, вы... Время вышло. Итак, сегодня мы будем делать бургеры из камбо.
Из бомбо. Не знаю. Добирайте помидоры. Забирайте помидоры, на третьем ряду подъехали помидоры. Лёха, ты что делаешь? Я ж задохнусь. Хорош, нужен хлеб. Хлеб. Вот все, готовое блюдо. Вот это. Неси, да. Не, его запечь надо, запечь. Это ж пицуха. Все, да все. Тарелка, тарелка, грёбаная. Где тарелки стоят? Вот стоит тарелка. Так, я, вот, готовое блюдо, готовое блюдо. 10 очков Гриффиндору. Эй, эй, не могу забрать, Макс, не могу Макс, отдать. Вытащи, вытащи пиццу, не могу отдать, сейчас нагреется. А, выбросьте это говно-то, заберите, дайте. Ну вытащи этого, пожалуйста. Так, опа, так, это все готово, я, получается, все, могу отдавать. Нужна тарелка. Возьми тарелку, вот, готово, готов. Просто выкинь эту херню. Ага. Вот сверху, возьми, возьми, да, вот. Неси, относи. Неси. Горит, горит, горит. Горит. Сейчас, сейчас, бегу, бегу, затушил его. Кавка погорела, пацаны. Фух. Режу. Пошла ты, игра, я есть хочу, короче. Только смотри, чтоб там это не загорелось. Так, нетушитель-то есть? Нетушитель донеси, да. Вот, лови. Так, давайте, собрались, собрались. Доставлю стейк. Грязную тарелку, Сережа! Так, так, так. Ой, я выкинул. Так, сейчас нужно сделать простой бургер. Мясо дайте мне, я пожарю. Да. Лёг, не мешай, мне мясо, мне, он мне дает мясо. Он мне дает мясо. Да, я знаю, куда надо мясо. Ты понял, куда мясо? Мясо вот сюда кладу. Тарелку мой, ты сюда! Вот готовый бургер почти стоит. Да вот, нет, ты не понял, ты же должен вот этот бургер сначала. Да! Понял? Просто должен быть простой бургер. Не бери! Еще одно мясо! Нужно еще одно мясо! Сейчас, Лёха. Положи сыр, пожалуйста, бургер и сдай бургер. Пожалуйста, пожалуйста. Вставай, пожалуйста. Нет, сейчас не надо пока. Давай, давай, дай сюда мясо такое. Так, отлично. Следующий бургер. Просто с мясом бургер. Да нет, не тот сделал, не тот сделал. Ну зачем ты сделал не тот бургер? И ты еще грустный. И ты еще грустный. Пошел ты в задницу. Капуркил! Знаешь, вот пошла. Все говорят, что спокойно, знаешь, спокойно, когда работаешь, все нормально будет. Нет, мне кажется, паника и крики друг на друга, да, они, да, помогают все продуктивному. На кухне, короче, от... друг на друга. Я думаю, ничто так не поможет, но как взаимные оскорбления и крики. Слушай, здесь, значит, нужна зеленая штука. Я беру зеленую. А, нет, зеленую штуку у тебя, Лёх. Все, взял. Я беру рис, я пойду за рисом. Я взял рис уже. Я занимаюсь рисом. Так, я нарезал огуречики. Куда девать огуречики? Во! Смочить слюной. Огуречики куда девать? Вставить. Рис! Все! Все, готово. Кто? Кто? Так, а куда огурцы нарезаны? Этому хрену! Давай. Хрену вот этому! Все, я занимаюсь креветками, и я их кладу просто на тарелку. Вряд ли сырые креветки надо делать. Нет, просто сырые. Мою креветки. Посуду, пацаны! Просто давай. Сырые креветки. Что, реально сырые креветки? Да, 8 чаевых. Так, вот, отлично. О-о-о-о. Режу креветку. Так, кладу, да. Беру. Креветку уношу. Рис готов. Есть. Теперь нам нужен огурец. Нарежь. Вот он, я бегу. Вот, давай сюда, вот не зеленый. Так. Ты нарежь его сначала. Вот. Режу. Клади давай. Вот сюда. И нужно еще нори, и еще тихо, нужен рис. Носи. Вот, да, все, есть, носи. Готово. Готово. Так, унаги-маги рис, в подарок. Рис, мою посуду. Огурец на тарелку выкладывай. А, так. Рис никто не готовит. Время вышло. 352 бача. 352 рубля. Есть. Три звезды. Все, нахер. Короче, пукаются наконец довольно. Собака довольна. Да. Все довольны. Короче, ребят, огромное всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Если хотите увидеть больше подобных видосов, где мы орем друг на друга и на игру, ставьте лайки. Больше лайков, больше вероятность, что мы это сделаем. Обязательно подписывайтесь на мой канал, на канал Макса, потому что... Очень скоро у Макса запустятся офигительные подкасты. И еще у него запустился новый формат отбор видосов 100-500, где мы вместе сидим и отбираем видосы для выпусков 100-500. Очень угарный формат, обязательно всем зачекайте. И еще подписывайтесь на наш совместный с Фьюжином канал, он называется Best Friends Films. Там очень много крутой фигни. Ну ладно, на данный момент там немного всего крутого, но... Но будет много. Да, будет много всего, так что подписывайтесь на канал. Ссылка будет в описании, очень крутой контент. Да. Поднимем кино с колен российских. Ну что? Что ж, огромное всем спасибо. С вами был Юджин, Макс, Серега, Леха и всем пока!